очень радостно всех вас видеть. Честное слово. Мы желаем вам приятного вечера. Специально здесь расчистили, как вы видите, танцпол, не побоюсь этого слова. Ну а дальше все в ваших и немножко в наших руках. И ногах, что немаловажно. Thank you.
Thank you.
выключила... 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 Свечи или... Свечи, да. Песня была о том, что, значит, забыла девушка выйти... Выключила... Нет, не выключила, наоборот, свечу не погасила. И поэтому случился пожар, и все такие: «Ай, мама, как я пасу!» Так, давай.
Полное имя твое какое? Juan. Так. Orlendis. Так. Baños. Так. Rodríguez. Все? Все. А, ну это да, это еще так скромненько. Давай мы тебе еще сделаем так. Juan Orlendis Julio. Orlendis. Нет, Orlendis уже было. Baños. Rodríguez. Вот. Поэтому следующая песня, она про тебя. Я уже привыкал. Thank you.
Спасибо. Да, вы получаете сегодня 20 тысяч долларов? А, нет. Жалко. Смотрите, нас всех с вами просят аплодисментами громогласными поздравить Ольгу Яренскую! С днем рождения! Она в зале? Следующая песня, она о цветах. Я думаю, как раз. Вот день рождения, цветы, все сходится. Но песня называется «Две гортензии». Но просто на Кубе число цветов вообще никакого значения не имеет, правильно? Но все-таки мы споем другую песню. Называется она «Водоворот». Вот, вот водоворот. Si tu amor, como has dado, como sangra la herida y se me acaba la vida, yo no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Me consumo. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho, para mantenerme vivo, necesito ser contigo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Cuando tengas mi amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Mi amor es como un río que va. We'll be right back.
Как? Родригес, точно, Родригес. Так. Ну а сейчас тихий момент. Тихий. В принципе, большая часть коллектива может ненадолго покинуть сцену. Что они с радостью сделают, скажу. Но особенно радостно покидать смену под... Нет, не смену. Сцену под нескончаемые бурные овации. Песня, которая звучит только в исполнении Кубы на ты.
написал ее Роман Мешков. И, кстати, он же написал песню про Хулио. И заслуживает отдельных аплодисментов. Антракт. 50-минутный, да. Ну что,
Добрый вечер. Дорогие друзья, у вас концерт понравился? Концерт понравился? Потому что обычно бывает, что... Обычно бывает, например, я на Кубе выступаю, и когда заканчиваю концерт, люди приходят к тебе и говорят: «Бро, очень мокрый, да? Шикарно, спасибо, еще спасибо, прям шикарный концерт». А здесь то же самое. Заканчивая концерт, а люди встречают в дверь: «Концерт классно, очень классно». Но вы просто не танцевали, я очень больной, что? Если вы понравились или нет? Не надо стесняться, я имею в виду танцевать просто. Не надо стесняться. Да, вот именно. Не надо стесняться, если вы не умеете танцевать, ничего страшного. И здесь мы все дружим, все знакомые. Так это все твои знакомые? Да, кстати. Thank you.
известное слово переводится. Никакой это не предлог, во-первых, а артикль. Да. Но переводится это таракан. Все знаете, какая была песня? Была кукарача. А была она написана о мячике в 19 веке. О полицейских, которые носили вот такие усы, из-за этого были прозваны тараканами. Поэтому в целом песня-то острополитическая. Thank you.
Тоже все знают, да, мне кажется, Кисас? Известный. Может быть, может быть, может быть. Переводится название этой песни. А, значит, суть в том, что девушка у мужчины или мужчина у девушки спрашивает, ну когда? А она говорит, ну, может быть, тогда, тогда, тогда. Вот, Кисас, Кисас, Кисас. Рома, ты вообще на басу играешь, не поешь. Thank you.
песню? Bailar.
At first I was afraid, I was petrified. You think that I could never live without you by my side. And so I spent so many nights thinking how you did me wrong. Спасибо большое!
спросила девушка, которая вчера слушала. Радио «Весна». Только из-за этой песни пришла? Все, вам больше ничего не понравилось? Ага. А, короче говоря, мы сейчас поем еще раз песню «Хулио». Вы же не против? А у меня просьба всем... Хулио пришел рано. Хулио пришел рано. Она тоже рано пришла, я помню. Так что, пожалуйста, все танцуем, раз уж такое дело. Так что возьмите хули за вой. Yeah.
25 сентября, а здесь наш следующий концерт еще не скоро, но 29 октября. Вы себе запишите. Спасибо большое. Hasta luego. Hasta mañana. Спасибо большое.